Отдел по социальному служению Свято-Симеоновского кафедрального собора приглашает к сотрудничеству волонтеров всех возрастов и профессий. Основная сфера деятельности – оказание многоплановой помощи нуждающимся, малообеспеченным, многодетным семьям и пожилым людям. Это кормление нуждающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в том числе без жилья и документов, сотрудничество с детско-юношескими приютами и учреждениями, организация и проведение волонтерской группы совместных молебнов, паломнических поездок, встреч с интересными людьми, в том числе со священниками собора, творческих чаепитий. Волонтерская служба будет рада видеть новых сотрудников в своих рядах.